Рассада флокса Франц Шуберт, при хорошем уходе, достигает высоту до 1 метра. В июне месяце уже можно заметить первые бутоны, которые расцветут и превратятся в большие соцветия, меняющие свой окрас на протяжении дня. Утро флокс Франц Шуберт начинает светло-сиренево-розового цвета, а к вечеру цветы окрашиваются в голубовато-лиловый оттенок. Серединка всегда остается белой. Размер каждого цветочка – от 4 до 4,5 см. Грунт для рассады флокса Франц Шуберт подходит не любой, а хорошо удобренный. Поливать цветы нужно часто, зато растение устойчиво к разным грибковым заболеваниям и зимним морозам. Семена Франц Шуберт собирают осенью, а высаживают зимой. Флокс метельчатый Франц Шуберт – это травянистый высотой от 60 до 70 см. Цветет растение в месяц июль-август. Окраска цветка светло-сиренево-розовый, сиренево-голубоватый. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 3,5–3,8 см. Лист растения по форме узкоовальный. Флокс метельчатый Франц Шуберт создала. Блум, годом создания растения считается 1980. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.